Здорово, народ! Всех категорически приветствую, всех с наступающим! 28 число, пришла куча просто охереть какая куча посылок. Видимо, китайцы перед Новым годом решили расквитаться со своими, долгами перед всеми заказчиками и успеть перед Новым годом все, скопом привезти. Раз, два, три. Давайте начнем с чего-нибудь более мелкого. Сразу говорю, что в этих посылках я не знаю. Потому что заказывал я дофигища всего. Вот это очень интересная штука. Это у нас кит-набор. Это катушка Тесла. Мини-катушка Тесла. Или кто как любит называть качер Бровина. Слушайте, ну это, судя по схеме, так, транзистор у нас куда идет? Сюда. У нас коллектор. Это качер Бровина. Почему? Потому что на качер Бровина на катушку подается напряжение с коллектора транзистора. Этим он отличается от катушки Тесла, для тех, кто не знал. Ладно, все это будем собирать. Поехали дальше. Угу. Термоусадка. Не помню, поскольку каждый размер. Все ссылки будут в описании, посмотрите. 8 размеров. Небольшая депеша от продавца. Дорогой кастомайзер. Ой, знал бы ты, какой у меня кастомайзер. Спасибо, хорошего дня. Ладно, на досуге почитаю. Все посылки, ребят, все очень дешевые, прям по самой минимальной цене, которая есть на Алиэкспрессе. Ну, в принципе, как всегда. Так. Погнали дальше. Давайте с этой, что ли. Переменные резисторы с колпачками на 10 кОм должны быть. Да, на 10 кОм. Ну, ничего, все норм. Раз, 5 штук. Заказ идет от 5 по минималке. Ну и дальше неограниченно. Дешево, сердито. У меня уже есть переменники, тоже 5 штук, но на 100 кОм. Будут еще на 10. Поехали дальше. USB удлинитель. А USB удлинитель у нас для того самого народного USB хаба. Не помню, сколько стоит. Не знаю, посмотрим. Провод, конечно, так себе, это все доверие нифига не внушает. Так-то. На вид вроде нормально все. Ну прям вот очень дешево-дешево, прям не на ощупь вообще. Ну ладно, посмотрим, как будет работать. Погнали дальше. Bluetooth модули. Заказал еще 2 штуки, но уже у другого продавца. Стерео Bluetooth модули. У меня уже были такие, на канале можете посмотреть, где-то там есть видео. Здесь у нас выход для, это не AUX, это выход для наушников, зарядка microUSB, ну естественно здесь для аккумулятора выходы. Нормас, это все для усилителей, не знаю, усилители пришли или нет, тоже заказывал 2 штуки, посмотрим. Что-то меня прям задела вся эта канитель с усилками. Ой, как это? Картридер, не картридер, забыл я, как он называется. УТГ, переходник. То есть мы это дело... Это у нас Lightning. Да. С этого конца у нас microUSB. Здесь обычный USB. Слот для флешки и для TF-карты.
Очень годная штука, ребят. У нас я в магазинах вот именно таких не видел нигде. Видел только с одной стороны микро-USB, с другой обычный USB 2.0. Вот такие мне не попадались. Ну, все, конечно, выглядит по-китайски. Прям вот не подогнан нифига. Ну, бог с ней. Если будет работать, вообще супер, мне хватит. Я его брал... Блин, не знаю, будет здесь эта посылка или не будет. Да, скорее всего, будет, наверное. Вот она. Сейчас увидите, для чего. Если это то, что я думаю, конечно. Это не то, что я думаю. Ой, к большому сожалению. Ну да ладно. Будем ждать. Бог с ним. Так, а вот это у нас, получается, светодиодные... В общем, светодиодные ленты для ремонта лампы. Если можно так выразиться, конечно. Ну, то есть, вот такой вот. Он как бы светильник, но не светильник. То есть, здесь у нас идут 8 лент светодиодных. И идет сама база, к которой эти светодиодные ленты... Не ленты, а как они? Панельки, да? К которой эта панелька крепится. Так, сейчас попробуем их разъединить. С металлической подушкой, то есть, все как полагается. Вполне приличные. Это сам драйвер от 12 до 24 ватт мощности. Работает от 220. Я хочу эту штуку на кухне повесить. У меня на кухне висит большая лампа достаточно. Я там лампочки... Там обычно лампы Ильича, я замучился их менять просто. Хочу вот на эту штуку. То есть это у нас будет так вот вставляться туда. И вот так вот 8 штук, как ежиком. Во все стороны будет смотреть, светить. Ладно, посмотрим. Я, конечно, все как буду монтировать, я обязательно покажу. Вместе с вами будем всем этим заниматься. Так, вот это вот у нас самое главное. Помните, я говорил вам, что хочу собрать лабораторный блок питания. Для этого практически все было, кроме, собственно, блока питания. Такой вот он, ну не сказать, что большой, но и не сказать, что маленький. 36 вольт, 6 ампер. Заплатил, если я не ошибаюсь, 1400 рублей, что ли. То есть наткнулся прям на такую хорошую очень цену. Скину обязательно все в описании. Прям обрадовался. Не знаю, правда, по какому принципу он построен, есть здесь оптопара вообще или нет, обратная связь. Если есть обратная связь, то вообще прям крутяк будет. Ну, а она нет, и, как говорится, сюда нет. Ну, бог с ним. Будем собирать, будем посмотреть. Ну, в общем, вот такая вот у нас небольшая куча посылок вышла. Всего понемногу. Многое еще идет. Еще одна большая посылка должна прийти. Там лежит то, ради чего я брал вот этот ОТГ-переходник. Ну да ладно, будем ждать. Ну а в ближайшем видео будем собирать качер Бровина, шайтан машину, посмотрим вообще работает эта штука, не работает. Интересно. Все. Всем спасибо. Всех наступающим. Всех пока.